Волки – знаменитые хищники, которые встречаются во многих странах. Эти крупные статные животные считаются хозяевами леса и тайги, хотя в их ареал входят степи, равнины и даже горы. Волки – родственники собак и внешне очень на них похожи, хотя выглядят они гораздо крупнее благодаря толстому меху. Приветствуем, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем удивительные факты о жизни волка. Известно более 30 видов волков, которые отличаются друг от друга размером и окрасом шерсти. Это древние млекопитающие. Предки настоящих волков были известны более 1,5 миллионов лет назад. У этих млекопитающих хорошо развита мимика, и их морда может выражать около 10 эмоций, среди которых страх, веселье, гнев, покорность и злоба. Главное достояние и средство защиты волка – мощные зубы. Лишившись зубов, животное обречено на смерть. Хвост зверя всегда опущен вниз, что отличает его от собак. Также мозг у волка на 30% больше, чем у собаки. Это означает, что волк способен запоминать больше необходимой информации, чем его близкий родственник. Волки умеют не только выть, им доступен большой диапазон звуков, с помощью которых звери передают своим собратьям сообщения. Например, один волк может рассказать другому о приближении человека. У зверя очень острый слух, он способен услышать опасность за несколько километров. Скорость зверя может достигать 60 км в час. Также он может высоко прыгать, даже перепрыгивать через заборы. Чувство обоняния у волка развито очень сильно. Он может обнаружить добычу на расстоянии до 3 км. Волчий нос в 14 раз больше человеческого, а обоняние у волков в 100 раз лучше, чем у людей. Звери могут употреблять в пищу падаль и растительность, но только в случае сильного голода. Волки – стайные животные, при этом они моногамные и создают пары один раз и на всю жизнь. Стая может состоять из 40 волков, возглавляет семейство пара вожаков – альфа. Размер животного в иерархии стаи не столь важен, как его характер. Самое низкое положение в стае занимает омеги – самец и самка с более мягким характером. Между соседствующими волчьими кланами возникают частые стычки за территорию. В таких боях в основном убивают не всю стаю, а только ее вожаков. За новорожденными волчатами ухаживают все члены семьи. Все волчата при рождении имеют голубой цвет глаз, но по истечению 2-4 месяцев цвет глаз у щенков меняется и приобретает золотисто-желтый окрас. Только в редких случаях у волков остаются голубые глаза на всю жизнь. Эти хищники очень умные животные, они умеют анализировать ситуацию и применять хитрость при охоте. Красные волки очень схожи с лисицами по внешнему виду и размерам. Черные волки – результат союза хищника и собаки, он встречается только на североамериканском континенте. Волки являются частыми героями легенд и сказок, в том числе и русских народных. С одной стороны, волк наносит вред животноводству и охотничьему хозяйству, но с другой стороны, играет важную роль в экосистеме, контролируя численность животных и уничтожая слабых и больных особей. У нас на этом все. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!